Нам есть чему у вас поучиться, заявили участники общего собрания Ассоциации городов Поволжья. Около 40 глав городов и городских администраций прибыли в столицу Чувашии, чтобы принять участие в очередном общем собрании членов ассоциации. Дважды в год ассоциация собирается в расширенном составе, чтобы обменяться наработанным опытом решения самых актуальных вопросов по развитию городской среды. Главными вопросами встречи на этот раз стали организация работ по содержанию объектов дорожного хозяйства, благоустройству и озеленению парков, скверов и мест отдыха граждан, а также содержанию придомовых территорий. Вопросы, которые касаются всех муниципалитетов. Нет ни одного города, который умеет решать все. Один город решает лучше вопросы благоустройства, второй – строительство детских площадок, третий – организация вывоза мусора и какие-то другие вопросы. Вот очень хорошо, что у нас в Приволжском федеральном округе есть площадка, где мы с муниципалитетами, с нашими коллегами можем изучать передовые опыты, как они решаются, какие проблемы есть, ставить перед нашим федеральным руководством. В Чувашии консолидируются усилия органов власти, обеспечивается социально-экономическое развитие муниципалитетов, реализуются масштабные проекты, создается база для достойной жизни. Республика спортивная, хотя вы знаете, просто я хочу отметить, такие идеи, утренняя зарядка за звездой, профиль здоровья, который мы разработали для каждой семьи, они востребованы, они вдохновляют, они подбадривают, кто-то встряхивается. Но на эти вещи миллиарды не нужны, просто нужно подходить к этим вещам с ответственностью. Количество членов ассоциации стало больше. Еще 10 муниципалитетов вошли в состав организации. У нас с вами общие задачи – создание комфортных условий для проживания наших жителей, повышение качества жизни наших горожан. Мы с вами сталкиваемся с похожими трудностями и проблемами. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков рассказал об организации работы в сфере содержания, благоустройства и озеленения площадей, парков, скверов и других мест отдыха горожан. Хочу выразить, Михаил Васильевич, вам, вашей команде, правительству и команде администрации наше искреннее уважение за то, что вы делаете для населения. Это вызывает уважение и искреннее восхищение. Собрание членов Ассоциации городов Поволжья станет дополнительным импульсом для внедрения новых управленческих практик в поволжских городах, подчеркнул на встрече глава Чувашии Михаил Игнатьев. Татьяна Молокова, Александр Гаврилов, Расиль Мухаметов, Республика.